Виталина. Виталина? Да, а это чудо. Виталик. Виталик, а сколько ему? 3 месяца, будет 16-го. Сколько будет? То есть 2,5, грубо говоря. Да. Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали и что сейчас произошло? С Приморовки приехали. Осколок попал мужу в спину, когда убегали от бомбежки. А как мужа зовут? Тимофей. Тимофей. А сколько вам лет, Виталина? Мне 22. А муж? 23, будет 19 августа. Ясно. Там сильно бомбят, да? Там, честно говоря, да. Ясно. А вы в доме жили или куда-то прятались? В доме? В вашем районе еще не бомбили так сильно, да? Бомбили уже. Виталина, ну, парламент Новороссии, депутаты парламента Новороссии, спикером которого является Александр Царев, мы постараемся сделать все возможное, окажем вам помощь. Мы вас сейчас устроим в общежитие. Все, что необходимо, вы нам скажете, что вам нужно. Самое-самое. Понятное дело, что детское питание вам нужно. Это все, что у вас есть, скажем так, да? Нет, у меня детского питания нет. Осталось. Я имею в виду ребенок. Это все, что у вас есть, да? Да, то есть мы обеспечим питание ребенку, памперсы. И, естественно, вы не переживайте, мы вас накормим и пригреем, как говорится. Главное, что не будут бомбить.